Привет, чатик. Привет. Чем это ты тут занят? Вкусненьким. Идти. Обмазку делаю. Обмазку делаешь. Будем. Будешь ГДРовский кухонный мамы Зои делать? Да, да. Кекс. Сегодня, так как я болею, мой шатик будет для всех джаночек выпекать самый вкусный ГДРовский кекс с изюмом от мамы Зои. А-а-а. Зоенькин кекс, короче говоря, из ГДР, без сливочного масла. Так, это форма. Кстати, да, покажи мою форму. В форме этой столько же лет, сколько моему сыну. Ровно. Со всех сторон покажите. Пожалуйста. Она уже такая старенькая, она с ГДР, да, она хорошая, из Дрездена. Ей уже, да, наверное, лет 35, да, в обед, если не больше. Не написано ничего. Да. Я смотрю, не могу я с этой формой расстаться, она мне, очень, не знаю, дорога, да? Да, очень дорога. Именно эта форма. Я уже масло мажу. Масло сейчас буду обсыпать мукой. Да, молодец, Шатик. Я вообще-то, честно говоря, всегда обсыпаю орешками. А я решил сегодня. Но у нас сегодня орешков нету. Кончились. Кто съел? Клим. Ну я. Мы что-то сделали, да? Да, сейчас? Куда-то мы добавили, я уже не помню. Вот такая прелесть получается, видите? Клим уже подготовил его. Я уже готов к трудной обороне. Мысик уже готов. Давно сладкое не ели, да, Дима? Давно. Худеем же вроде. Мы худеем, поэтому и не едим. Но сегодня будем баловаться. Давайте я вам покажу, что входит в состав этого кекса без сливочного масла. Входит сюда мука, сахарный песок, йогурт, желательно натуральный, да, яйца и подсолнечное масло или любое растительное масло. Также входит разрыхлитель, пудинг ванильный. Если у вас нету пудинга ванильного, берите обыкновенный кукурузный крахмал. Также ванильный сахар или ванильная паста. В моем случае ванильная паста. Это ванилин. И еще, конечно же, добавляю изюм. У меня изюм всегда специально законсервирован, да, правильнее будет сказать, в роме. У него же вкус такой вкусный, очень ромовый привкус. Вы можете взять обыкновенный нормальный изюм. Все ингредиенты я напишу под видео, да, рецепт будет под видео, так что не переживайте. Конкретное количество чего сколько оставлю под видео. Готовить этот кекс очень легко и очень быстро. Поэтому и готовит пенсионер. Да. С одной стороны, хорошо на пенсии. Да. Торты можно печь. Добавим одну чайную ложку. Да. Разрыхлителя. Да. И перемешаем. Да. Это пудинг. У кого нету пудинга, добавляете просто обыкновенный кукурузный крахмал вместо пудинга. Так, ну а теперь пошло все остальное. Да, сахар. Просто сахар. Все туда добавляете, размешиваете. Масло. Угу. Тебе ложечку надо, Диана. Выковырить все. Обязательно, Шатик. Ничего же не, чтобы ничего не пропало, Шатик. Добавляем яйца. Добавляйте яйца. Ванильная паста. Ну так, приблизительно. Да. Думаю, хватит, да? Угу, вот столько хватит. Да. Хватит. Все, теперь пошел замес, Диан. Замешиваем хорошенько. Можно миксером, можно вот таким венчиком. Мы всегда делали вот таким венчиком, потому что нужно просто собрать тесто в кучу и готово все. И в печку. И в печку, да. Замешивается. Гладкое тесто получается, бесподобное.
Чан, ты как будто всю жизнь тесто... Наверное, в другой жизни я поваром был. Точно. Ты прям даже держишь правильно. Обалдеть. Ну, а так неудобно. Ну, конечно. А так удобно. Так удобно. Точно. Вот такая консистенция должна у нас быть. Смотрите, чтобы все хорошенько схватилось. Все, Шатик, теперь ты можешь добавить сюда 2 столовые ложки изюма. Угу. С этим жидкостью. Сначала без жидкости. Угу. А теперь 1 столовую ложку жидкости. Это хватит изюм, потому что Изабелик не любит. Попробуй, как он вообще на вкус. Да. Шикарно, да? Да уж, да уж. Очень хороший. Ром же. Ром, да. Обожаю ром. Конечно. Все. Замешиваем. Угу. Все, Шатти, готово. Тесто твое. Можешь уже отправлять в это форму. Смотрите, как. Быстро, четко. И вкусно. И безумно вкусно, да. Дяночки, сейчас многие обалдеют, многие нет. Выкладывание, да? Выкладывание. Заливаем. Заливаем, точно. Заливаем форму. Выкладывать нельзя, только залить. Заливка, да, идет заливка. Это ГДРовский рецепт немецких наших ГДРовских друзей, товарищей. Братьев по оружию. Братьев по оружию когда-то, да. Клим смеется. Ну, у нас там это очень модно было, такого типа кексы. И очень вкусно было, намного вкуснее, чем даже со сливочным маслом. Он выходит очень пушистый, да. И экономный. Раньше было тяжеловато, да, Джан, со сливочным маслом везде, наверное, не знаю. Джан, у нас не делали. У нас тоже в Ереване тоже такого кекса не было. Мы делали, мы единственные делали. Он готов. Вот так, как есть, он готов. Отправляем его. Заранее разогретую духовку. Режим вверх-вниз. 160 градусов на 45-50 минут. Такое видео... Я бы с утра до вечера делал, да? Такой еще с Ромом, ложечку Рома. Принял на грудь. Сейчас мы будем, пока мы будем обедать, как раз оно уже и будет готово. Как раз готово к чаю. К чаю, потом кофе. Чай, потом кофе. Видите, потом как мы кофе. Хорошо живем. Нет, мы сначала чай пьем. Сперва кофе, потом чай. Хорошо. Нет, давай мы сегодня этот задрипанный капучино попьем. Точно, у нас здесь капучинка, да. Мы которые иногда, знаете, очень вкусно. Михалыч очень хорошо делает растворимый капучино. Он наливает сливки, потом 2 ложки капучино и мешает до тех пор, пока она пышной не станет. Потом он кипяток наливает, она, знаете, как пена такая, прелесть. Я обожаю, как он делает. Он сейчас тоже уже опленился. Сейчас тоже не делает. Но это обыкновенное, да, порошковое, как инстантное, быстрорастворимое капучино. Это же не такое шикарное растворимое. Растворимое, натуральное капучино с машинки. С нашей красивой машинки. Кстати, многие спрашивали, что это за машинка. Что у нас за марка? Вот Юра. S8. Видите, показываю специально. Очень хорошая. Это швейцарская фирма, бесподобная. Давай пойдем супчик покушаем. Пойдем.
мы будем супчик сейчас кушать. Все, пойдем супчик. Покажи, что мы сегодня кушаем, Шатсик, бульончик. Бульончик сегодня у нас. Да, у нас сегодня. Мы сегодня просто... Бульон. Да, обыкновенный. Для больных, которые... Обыкновенный бульон без мяса. Да, без мяса. Клим страдает. Зато, Шатсик, мяса нету, зато пирог будешь кушать, кекс. Нельзя все сразу и мясо, и пирог. Точно. Так не пойдет. Ну, все, я готов уже. Молодец. Вот, ой, пожалуйста. Красавчик. Какой хороший, какой он. Прелесть какая. Шикарно. Теперь тебе надо его просто перевернуть. Да? Да. Знаешь, как переворачивать лучше? А как же? Хотел. Хотел быстро. Да. Переворачивай. Сейчас я все сломаю. Побить надо? Можешь побить. Та-дам! Классно. Шикарный. Не классный, а шикарный. Тебе надо почистить эту муку всю, Шатсик. Привет, Шатсик, ты говорил? Привет, Рошель. Мадемуазель. Подожди, ты уже режешь, что ли? Ну, мне готово. Михалыч, он сидит, ждет, кофе хочет пить. Не дождусь. Не дождется никак. Подожди, не режь без меня, он сидит. Даже не боится, что заразится от нас. А что мы... Маска. А знаете, что зараза к заразе не пристает, ну, во-первых. Правильно. Бактерии... Сказать, что я заразный? Нет, нет, это мы, папчат, заразные, не ты. Мы не заразные. Да он горячий еще, я вижу. Поэтому он так плохо режется. Ну, человек хочет кофе. И мы тоже хотим кофе. Да? Это я еще себе. Ты себе еще один покупаешь? Да, ну правильно, что я целый месяц не кушал ничего сладкого. Надо же мне сегодня. Михаил, себе еще один кусок? Нет, да, мне такой толстый. Хватит? Да. Только разверни, я хоть посмотрю, как он выглядит. Сейчас. Конечно, всем покажу. Сейчас. Очень. Так. Пахнет приятно. Все. Как мне жить? Как прелесть. Элинджан? Где Элин? Да, я нажму.
Тебе тоже такой, да? Как, пап, на вкус? Ты уже пробовал? Хороший. Очень хороший. Смотрите, что делает. Сразу крутит. Ну, так даже некрасиво будет, Тян. Он не будет у тебя. Перемешивающий. Да, он сразу мешает. Ой, клинка. Чего толк? Какой толк? Взял все и размешал сразу. Всю красоту убил. Просто мне непонятно, почему первый стакан выливается, а второй... Второй точно так же выливается. Второй больше выливается. Зато у тебя вообще цвета шикарные. У тебя аж 4 цвета. Смотри, круто как. Молодец ты, Климка. Я даже не знала, что крутить надо. Смотри-ка. Вот видите, как говорили, все испортил. Да уж. Такой стакан в оливье на 3,50 потянет. Что, папа, говоришь? Такой стакан в оливье. Да. А купить, попить кофе? Да, 3,50 потянет. Да, да. Так, это что? Большой. Ну я ладно, с вас 3 не возьму, 2,50 давайте. Еще и кухонь, да, Климка? Еще и кухонь, это вообще червонец. 5 евро с тебя, пап. Червонец, ну, что там, мелочить? Тогда включите мне музыку какую-нибудь. Чтобы я чувствовал, что я в кафетерии. Какой хотите? Шафутинский шансон, шансон или воровайки? Воровайки? Это что за песни такие? Да, отстойные песни, воровайки. Скажи мне, почему я не знаю? Как ты не знаешь? Ну, про воровайки, это что? Ну, это ансамбль такой. Воровайки называется. Серьезно? Да. Женский ансамбль, из трое, кажется, они поют все тюремные песни. Я такие не слушаю. Их спросили, вы сидели? Они говорят, нет. Я такое не слушаю. Ну, у вас все еще впереди. Михалыч, мы такое не слушаем, да? Ты что ж такое не слушаешь? Понимаешь, вкусно. Молодец, нет? Тебя я не понял, это ты сделал все или мы вдвоем сделали? Совместное производство. Я жду нетерпением, когда ты сделаешь медовик. Сделала же вот дядя раз. Ну тогда сделал еще, да, после повторения. Клим, почему ты повторяешь? Я буду спонсировать. Я на день рождения делал. Я буду спонсировать. Спонсор твой медовик. Как спонсировать? На сколько надо? Яиц, сахар. Не надай, мать, па, спонсировальщик. Сами купим, Климка. Или ты хочешь наличными? Нали, конечно, баром. Когда пенсию получу? Михаил, долго мне ждать придется. Чего, до конца месяца? Ты получишь, она уйдет, получишь. Надо еще ждать. Лучше я сам куплю, где? Лучше мы сделаем, папочка. Да? Ну да. Что я один кухонь не могу тебе медовик спеть, что ли? Что за проблема? Мягкий, да, папджан? Очень. Как раз для тебя. Можно протез снимать полностью. Да ты чё? Без протеза ничего. Ну-ка, Клим, подожди-ка. Да, разрезай его, разрезай. Ты я уже разрезал. Очень хороший. Он прямо натуральный шпонч Боб, да? Как губка. Такой. А это... Изюм любите? Изюм люблю. Он еще с ромом. Вкусно кушаешь, Михалыч Джан, как будто всю жизнь только этим и занимался. Главным кухонщиком. Там вкусно, да, Михалыч? Нет, сегодня главное кофе там пил, да. И без кухоня. И там
кухне у них это крафен. Это... Пончики. Да. Какие? Ты пробовал? Не пробовал, я говорю. Правильно. Михаил, зачем тебе там про пончики? Крем – это посторонний крем, потом, может быть, понос. Ну, тебе же можно там сидеть. Ой, папа. Три раза вакцинированы. Я же не знаю, пончики, говорят, сегодня принесли. А может, они не свежие? Правильно, правильно. Один пончик – 2,40. Что? Один пончик – 2,40. Евро 40? Ура, вообще наглый. Такой красивый. Ой, я тебе сделаю пончик. А посередине порезаны, крем там такой толстый. Такой это. Это они один так порезали. Ну, не знаю, в общем. Остальные без крема. Я посмотрел на крем, немножко побоялся. Подозрительно, не надо, правильно. Мы тебе сделаем пончики. Надо, Климка, сделать домашние пончики. Вообще, да. Проблем завтра начнем. Медовик делать, пончики. Тебе что, завтра прийти? Медовик ты должен сделать. Он должен постоять одни сутки. У кого там день рождения намечается? О, 23 февраля же скоро. Давайте сейчас сделаем медовик. Максим, день рождения 21 февраля. А он не Клим. Говорим. Как говорится, то, что даешь, то и получаешь. Точно. Да. Бог всегда вознаграждает всех. Мы всегда больше давали.